Всем привет, друзья, канал Масали. В работе у нас Kia Ceed. Машина приехала на полную шумоизоляцию. Салон разобрали, краткий обзор штатной шумоизоляции. Так, пролит пол в багажнике. Нет, частично. Левая арка. Такой вот кусок шумоизоляции. И правая арка, чуть побольше. А это самые шумные места у нас. Смотрим, что у нас по дверям. Задняя дверь, такой вот сплошной барабан. Ни единого куска шумоизоляции нет. Задняя дверь была, сейчас передняя. То же самое, ни единого куска. Пол, пара кусков виброй проклеили. Пол в салоне более-менее завибрили, но владельцы все равно это не устраивает. Сейчас подготовим поверхность и приступаем к работам. Закончит леть первый слой вибропласта на автомобиле Kia Ceed. Показываю, что у нас получилось. Так, тщательно прокатали с влажным ковром пол в салоне. Так, нанесли первый слой в дверях. Прокатали потолок. Приступили к лечу второй слой в дверях. Видите, по правую сторону. Также закончили клеить багажник. Пол багажника. Арки. И крылья. Смотрим дальше. Закончили клеить шумоизоляцию на автомобиле Kia Ceed. Показываю, что у нас получилось. Так выглядит проклеен багажник. Арки. Также прокатали двери. Ковер у нас получился на полу в салоне. И прокатали вторым слоем крышу. Все, приступаем к сборке. Закончили сборку салона после полной шумоизоляции автомобиля Kia Ceed. Как видите, весь пластик стоит на своих местах, никаких повреждений мы не оставляем. Все стоит по-заводскому. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!